Как я и обещала, мы сейчас двинем на оффроуд на этой птичке. Охренеть! Там лужа! Вау! Офигеть! Руль держи двумя руками! Нам сейчас спешит на помощь синдикат. Ваня Зайцев на газели 300 сил Вадима. Приехали забирать гели, я так по ней соскучилась, еще такая погода, прям, знаете, ковбойский закат. Короче, его починили, и на нем сейчас можно ездить, можно давить тапку в пол, и он будет рвать, просто рвать дорогу в клочья. Геля! Это не буду сломать, надо сначала себе мойку сделать. Я так по нему соскучилась. Это знаешь, как забрать у ребенка игрушку на 2 недели? Он забудет о том, что у него есть эта игрушка, и потом ему снова ее подарить, и он будет радоваться. Давай сразу обговорим то, что здесь был выполнен сейчас минимум, чтобы ты поехала на оффроуд. Да. Чтобы ты могла уехать и вернуться. Да ну нафиг! Ну, по-хорошему, если я буду заниматься с этой проводкой, ну, насколько это? Там трэш. Там трэш. Я сделал так более-менее, чтобы там не было задыхания. В каком плане трэш? Ну, в прямом. А может нафиг эту проводку? Зачем она нам нужна? Ну, действительно, тогда он огнетушители же были в прошлой сфере, по-моему. Да, опять эти огнетушители, что такое? Нет, да не надо открывать, да там сейчас полезет какой-нибудь говнул на меня. Посмотри, какая красота здесь. Ну нахер. Ну так же не должно быть. Что было произведено? Что, мы изначально поменяли катушки. Зажигание, свечки. А дальше я разобрался с вашей педалью, чтобы у вас работал кикдаун. И список наш пополнился, скажем так. У меня просто и так уже щелчки кассового аппарата были в голове, когда ты все это перечислял. А что еще пополнилось? Ну, там будет еще достаточно работы. Просто не трогали сейчас тормозные диски передние, которые надо менять. Не стали пока заниматься с карданом, потому что надо сделать, править колесные диски. Соответственно, ну, желательно переобуть его, ну, и отбалансировать. Он мне еще, он потому что все диски кривые. Ну, видео я тебе сегодня присылал. Просто сняли один диск, крутнули и решили, что не надо тратить деньги на то, чтобы их балансировать и так далее. Офигеть. Ну да, мне Женя прислал видос, где, короче, 30 и 40 показателей были. А это то, что в данный момент, да, грузы 30 и 40, ну, внутренние, наружные. То есть просят балансировки все колеса, но... Ну, хотя зачем нам править диски, если мы и так куда-нибудь впаяем, обязательно какое-нибудь дерево. Ну, вы же куда-нибудь поедете. Мы же едем на все бабки. Вот когда поедете, приедете, тогда и будем... И вы как на все бабки. Реально будет на все бабки. Мы же делали как? Первую медицинскую помощь, первую помощь ему оказывали. Ну, сейчас его забрали на желтой скорой помощи, которая реанимация. А так потом будет скорая помощь, просто белый фургон. Может быть, да, белый фургон. И ты починил эту штучку? Да. Ты серьезно? Теперь она будет нормально закрываться? Она теперь основывая, да, абсолютно. То есть не надо будет швабра эдишн делать каждый раз? Одна швабра сюда, другая швабра в пол. И нормально, две швабры у меня. В некой переписке видел нечто очень приятное под полом водителя. Мы можем посмотреть, что там? Уже нет, потому что все собрано и закрыто. Ну, а если это вот так вот телефон подсунуть вниз? Там если телефон вниз подсунете, конечно, видно. Ну, ты подсунешь вниз. Вот так вот, знаешь? Знаешь, как я сейчас расскажу историю. Нас остановили с Димой на Ламбе, когда он ехал. И, ну, у всех таких тачек, возможно, как правило, всегда откидные номера, чтобы ездить быстро. Не знаю. Не знаю, у нас такого нет, мы таким не пользуемся. И чтобы проверить откидные номера, господин гаишник засунул руку вот так вот аккуратно, вот здесь машина стоит, он такой сделал. Я не знаю, что он там делал, но так пропульпировал. Понял, что там ничего искать нельзя. Давай так же с телефоном засунь. Посередине, да, чтобы подсоединить. Короче, а сколько мы сейчас, я просто не считала деньги, сколько мы вывалили вот на данный момент, чтобы его реанимировать? Ну, я пока тоже не считал. Надо посчитать. То есть надо посчитать. Я сегодня... Окей, планируем считать. Блин, ну что, я хочу его завести уже и поехать. Ну, пробуй ключи в зажигание. Заводи шарман. Ну, надо прокатиться, наверное, чтобы вы поняли, давай, что разница изменилась, как бы это. Че, я за рулем? А, нет. Вначале я. Ну, хорошо. Тогда выгоняй его.
А что он пищит? Ты мне парктроник не делал? Нет, то, что не работает парктроник. Он... В смысле, ты мне поставил сзади парктроник? Я его тебе просто приклеил, чтобы он внизу не болтался и не потерялся. Ну что, с планово или как? Или сразу? Давай сразу. Он как бы стал разгонять. Опа! Мы шлифанули! Нет, у нас АБС просто не работает. Да ну нахрен, мы заблокировали колеса. Жесть! Да. Жесть. Просто смотри, у него блокируется, вот сейчас слышала, да, там одно блокируется колесо, в этот момент, когда оно блокируется, ему может просто кинуть. Уйти машина может в занос, если по-русски. Ну окей, а как это сделать? Чего, как это сделать? Чтобы он ушел. Чтобы он ушел за нос. Ты знаешь, у нас может быть всего лишь один, наверное, одна попытка, и я за рулем, не ты. давай не пробовать. Не спутывай себя. Не надо. То есть тормозить надо вот в натяжечку, раз и останавливать. Но стараться не давать и того, чтобы было экстренное торможение. Окей. Потому что экстренное, если хотите, держитесь, я нажму. Вот, видишь? Это все? Это она просто... Четыре колеса просто юзал. То есть мы скользили. Просто да, мы скользили как по маслу. Да. Вот, видишь, да, четыре колеса юзал. Опусти себе стекло, опусти себе. Опусти себе стекло, ты серьезно? Пожалуйста. Мы тебя опустим. Маслина нужно опускается. Ты нормальный? Что, заезжаем или что? Да, заезжаем. Вот сейчас все работы были произведены. Это где-то 1/2 от заявленных, которые мы хотели сделать. От скорой помощи? Ну, наверное, да. Но когда ты начал разбираться, оказалось, что еще больше нужно поменять. Ну, совершенно. Ну, как обычно это бывает в старых тачках. На самом деле, очень просто много людей, кто смотрит меня, они себе тоже покупали таких вот геликов, 98-х, как бы таких позапрошлых кузовов. И им интересно прям, как мы их восстанавливаем, что мы делаем конкретно, что меняем. Потому что это как бы профильное, то, что они будут делать, возможно, даже своими руками. И просто это классно смотреть. Своими руками... Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Но надо им тогда подробное видео, то есть с ремонтом, со всеми делами. Это уже никому не интересно. Вам же не интересно смотреть эту подробную техничку? Ну вот, мы ее не показываем. Напишите в комментариях, если интересно. Все, погнали? Погнали! Просто бокс! Все, он едет! Офигеть! У меня столько эмоций! Ну... начинает бить, видишь? Да, трясется. Да. Ясное дело, тормоза же не делали, но на ходах он не бил. О, ты слышишь, как он прям подхватывает? Блин, так кайфово. Ну что, как я и обещала, мы сейчас двинем на оффроуд, на этой птичке, на этой ласточке. Во-первых, хочу обратить внимание на свой лук. Я специально оделась в такой цвет, чтобы максимально показать, насколько мы измажемся. Сейчас будут классные флешбеки, если ты вначале подставишь, типа... Это просто, посмотрите! Короче, мы его готовы даже перевернуть на бок, потому что мы будем ехать на все бабки. Итак, что у нас с собой? Вместо сумки нормальной я взяла вот такой вот пакет, чтобы не портить сумку, но положить все важное. Здесь есть паспорт, кнопка спасения и расческа. Все, что, в принципе, нужно. Я еще взяла вот такие тапочки на смену этим, если у меня устанут ноги, и они будут слишком в грязи. Авокадо, держись. Потом для полного лука зеленого я взяла еще такой арбузный шлем, в случае чего надеть его и чувствовать себя в максимальной безопасности. Я специально ждала этого дня, потому что прошли ливни, грозы, громы. Вы видели, насколько Москва вся просто бушевала, деревья падали, убивались люди. И все это, ну нет, не ради того, чтобы я поехала. Какой, короче, это вырежешь, да? Все эти ливни, грозы и громы полностью развезли дорогу. И это именно то, что нам нужно, чтобы этот малыш показал высший пилотаж сегодня. Погнали? Да. Заводись! А что, может, еще померяем выхлоп, у кого круче, у этого или у икса? Завожу. Ну, это прям вообще дико. Это гораздо громче, реально. Что,
мой громче или этот громче? Этот громче, конечно. Ой. Я тебя даже не слышу, чтобы ты понимала. У меня Брабус, а это Акрапович. В прошлом видео мы увидели, в каком состоянии крепление фаркопа. То есть, если за него потянуть, он оторвется. Но я не знаю, в лучшем ли состоянии вот эта петля. Я надеюсь, что в лучшем, потому что 2,5 тонны тянуть, это должно быть так, вот сильно. Как минимум, у нас их 2. Какая-то точно не оторвется, короче. Сколько дней ты на нем не ездила? Как мы его забрали от Жени, я на нем ни разу не поездила. Ни разу. Почему? Ну, потому что я не хочу в него садиться, пока в нем не перешит салон, не поменяет торпеды. Я хочу его довести до идеала, чтобы потом сесть и реально кайфануть. У нас просто нет бензина, абсолютно. Я никуда на нем не ездила. Ты тогда, по сути, заправляла полный бак, и после этого машина просто ставила в сервис. Да. То есть, по факту, полбака хватило на 50 километров. И опять рубрика «Сколько мы тратим на бензин?». Сейчас мы заливаем 95-го на полный бак. И мне кажется, это будет в районе 3500. 62 литра. 62 литра на 100 километров. Мы проехали меньше 100 километров. Это как дакаровский КамАЗ прям, почти. Короче, я подготовила локацию, куда поехать для оффроуда. Специально там спросила у друзей. Они сказали, вот локация, но на этой локации стоят депусы. И я просто не знаю, насколько это законно, когда мы просто берем, поворачиваем и сразу выезжаем в поле. Так можно делать или так нельзя делать? Вот здесь, да, можно. Туда наверх поехать. Ты что, гонишь, что ли? Да. Наверх? Да. Но они же там стоят. Ну и что? В смысле, ну и что? Мы в пределах Москвы, и так делать нельзя. Да что нельзя-то, давай. Мне страшно, мне просто страшно. Так делать нельзя. Только не говоришь, что ты сейчас прямо хочешь поехать? Ну да. Ты что, совсем так, там дорога? Там у них к ним подъезд, там дорога наверх оффроуд. Ты хотела просто прямо поехать? Ну да. Да. Вот сюда? Да. Так, я выбираю потихонечку телефончик. Вот здесь направо, вот здесь направо. Сюда. Че, не обратили внимание? Нет. Ну все. Поздравляю тебя, ты на оффроуде. Пипец. У нас, кстати, что-то со ступицей правый и задний. Блин, слушай, он вообще нормально забирается. Ну, злой малыш. Блин, вообще он... Вау. Офигеть. Куда? Налево, направо? Налево пойдешь. Ему вообще пофиг. Счастье обретешь. Прикольно. Да, давайте решим, куда здесь. Пипец, смотри, как право красиво. То есть мы вообще на такую гору забрались просто по счету. Да, а антифриз у него 100, а было 120. Может, ему наоборот нравятся такие нагрузки? Ему вообще без разницы, там ямы, на которые можно было колесо оставить. Ой, я что-то почувствовал ногой. В смысле? Ты проехал по луже, и я ногой почувствовал воду. Да ты гонишь. Нет. Ты гонишь. Нет. Ну, я чувствую, что тропинка заканчивается лесом. Оп, тормози. Вот это мне уже нравится. Сейчас, подожди, какая... И, кстати, справа тоже неплохо. Метро. Какая дорога? Чего? Знаешь, это как в сказках, короче, у камня, типа, останавливаешься, типа, там, налево пройдешь. Метрополичья дорога. Ты, типа, взяла телефон, чтобы прочитать, что там написано? Я что-то делала, у меня зрение -4, -5. А, типа, на телефоне лучше видно. Вот это уже мне нравится. Блин, просто жесть. Вот это уже мне нравится. Я сейчас просто свои скиллы... Может быть. Давайте закроем. Офигеть. Вот это уже... О, ёшки-матрёшки. Вот это уже вообще интересно. Ой, жесть. Тихо-тихо, аккуратно справа дерево. Как хорошо, что мы еще ничего по внешке не делали с ним. Офигеть. Охренеть! Посмотри! Там лужа! Жесть! Посмотри, какие тут ямы. Стой. Давай выйдем просто. Просто выйдем и просто, ну, оценим. Слушай, ну, а как? Надо же включать эту... Пониженную. Звони Жене, я не помню как. Да, привет. Сейчас такая ситуация, мы стоим перед огромной лужей, мы приехали на оффроуд, и я хотела спросить у тебя, как включать пониженную, когда ее включать? Жень, я бы назвал это озером. Короче, смотри, на нейтралке, вот видимо, там у тебя три кнопки, я тебе показывал. Да. Включаешь на нейтралку. Да. Потом включаешь те кнопки, которые тебе надо. Лучше включи все. Все кнопки — это вот это? Все три кнопки вот эти? Да, все кнопки включай, чтобы все три кнопки загорелись. Ты услышишь, должны заработать моторчики. Заработали вроде. Это,
Да, это будет пониженная блокировка дифференциала и межосевая блокировка. Хорошо. Старайся газ не добавлять, ничего. Старайся выбрать средний, ну, средний оборот и спокойно ехать. Если чувствуешь, машина вязнет, чуть-чуть добавь, резко не добавляй. Газом работать надо. Выжал на полную и дорабатываешь. Селектор задний, что с ним делать? Селектор, то же самое, нейтральное положение. Ну что-то он в серединке на N стоит. Наверное, нужно еще как-то... Нет. Не могу, он сейчас оторвется. Тебе надо его переключить в какое-то положение. Ну, то есть он был, наверное, за... Все, мы смогли, мы смогли. Ну все, ни пухово, ни пера. Давай, пока. Окей, во-первых, хорошая новость. У нас включились вентиляторы. Да, это значит, что уже как бы чем-то пахнет хорошим. Вторая новость. Я предлагаю тебе взять вот эту замечательную палочку для того, чтобы оценить глубину того озера, которое... Палку? Какую из? Любую. Чтобы мы могли оценить глубину. Не, ну слушай, он хорошо стоит здесь, смотри как. Я не знаю, что меня ждет. Может, это будет последняя, первая и последняя лужа наша, понимаешь? Да. Малыш, ты справишься. Блин, по-моему, я видел на видосах это место. Смотри, как оторвало дерево. Вырвало с корнем просто. Вау. Так, ну что, проверяем? Не, ну типа нормально. Вот, смотри, видишь бревно? Бревно точно, оно не плавает, оно именно на чем-то лежит. Давай выберем тактику, как проезжать это место. У меня есть предположение, что вот эта правая сторона, что она как бы, видишь, там такой берег некий виднее. Ну я вижу, что там менее глубоко. Да, соответственно, я поменьше. Думаю, что лучше проезжать по правой стороне. Но меня... самое главное не останавливаться. И вон там еще, видишь, продолжение. Да, банкета. Ну, понятно. Ты, как бы, главное выехать вот там, видишь? Да. Вот там выехать и заехать на сушу. И там уже будем дальше разбираться. Там будет у нас пит-стоп маленький. У меня есть предположение, что кто-то оставил защиту. Да, здесь реально кто-то защиту просто взял и оставил. Господи, помилуй. Мне нравится, что все парни снимают, никто со мной в самом не сел. Двигаемся медленно. Газуй! Не останавливайся! Вот это тебе... Мне было страшно, я понимаю. Он не перевернулся. Нет, там вообще нормально. Он же не перевернется так? Ну, как сейчас, нет, там большой запас, он для этого рассчитан. Но вот в таких случаях никогда не останавливайся, то есть продолжай движение. Блин, а что здесь будет? Ну, здесь будет жестко. Мишань, а ты можешь сесть со мной в тачку, пожалуйста, для разбалансировки, скажем так? Так, ну что, вы готовы, дети? Да, капитан. Главное на ходах, просто на одной, в одном темпе. Воу! Воу! Да ну нафиг! Да ну нафиг! Это очень глубоко, жесть! Я в таком первый раз вижу. Руль держи двумя руками! Офигеть! Мне страшно. Он не может, он не выбирается. Он реально не выбирается. Выберется. Потихоньку. Потихоньку. Давай заднюю. Реверс, назад. Вот так? Да, чуть-чуть, давай. Чуть-чуть. Давай. Прямо колеса, прямо. Теперь прямо и драйв. Потихоньку! Давай назад, нахтик! Блять! Не газуй, а именно нажимай и езжай. Все закопалось, давай повторяем опять заднюю. Не переживай. Давай еще! В раскачку! Офигеть! Это просто, посмотрите! А-ха-ха-ха!
Малыш, давай, я в тебя верю. Давай. Я не знаю, я такой первый раз вижу. Работай по воротам, пока он крутится. Назад! 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 Не зарывайся! А как вылезать отсюда? Так, глуши! Глуши! Глуши его! Я понимаю! Я понимаю! Глуши! Глуши его! Глуши его! Глуши его! А мы же еще не сядем. Что? Что? Подожди, там мой пакет стоит. Да. Убери его срочно оттуда, убери, пожалуйста. Все. Проблема первая. Мы в воде, и врублен сейчас свет, и все. Выключай проводку и ключ вытаскивай. Пи***ц, тут воды просто, я реально тону, Коля. Мы с тобой палочкой померили, да тут нормально. Как вы вообще так сели? Потому что здесь, наверное, грязь, она, ну, проваливается. Надо было еще проверить. Я слышу, как вода сюда затекает. Включай, поехали. Давай, зачем? Короче, пробуй его раз скачегарить влево, ну, типа, вперед-назад. Все? Все? А что он не заводится? Ну, что, вода. В смысле вода? И что? И что вода ему? Это же УАЗик. Ёбушки, воробушки. Че, у меня тут флеш? Ну да. Во-первых, давай всю электронику, которая может, типа там микрофон, допустим, ты вот все это бросишь сюда, чтобы оно не там камеру. Просто мы как будто реально в Титанике, я тебе передаю. Коля, не ты. Блин, здесь документы, да, все? Да. Там мой паспорт, права. Не, смотри, вот именно вот здесь. То есть вот здесь, то есть ты села, то есть ты, по сути, поехала в самое глубокое место, потому что вот здесь, посмотри, насколько выше. Но с другой стороны, кто знает, потому что если бы ты правой стороной была бы там, а левая бы у тебя уходила, как она сейчас уходит, посмотри, какая здесь разница по высоте, ты бы вообще спокойно могла перевернуться даже. Твоя задача максимально сильно прыгнуть, да, и схватиться за мою руку, дернуть за нее, чтобы ты как бы вылезла. Окей. Твердо встань, руку мою вот, видишь? Давай! Yes. Сейчас, главное, что вот здесь берег, а тут уже вот такая глубина. Просто шок. Просто плакать хочется. У него даже колеса вообще не видны, у него рамки затоплены. В общем, сейчас все было максимально на адреналине, но мы сейчас немного приходим в осознанное состояние и пытаемся понять, что нам делать дальше, как вытянуть Гелю оттуда. А у нас время играет против нас, потому что он утопает. Он буквально каждую секунду все ниже и ниже, и там может просто сделаться гидроудар. Гипотетически его может вытащить эвакуатор, трактор. Ну как они заедут вот сюда? Потому что вы видели, по какому подъему мы ехали. Там подъем, ну, градусов 45 было, да? Что нам делать сейчас, никто и понять не может. Ну, мне кажется, что мечта любого мальчика по уши заехать в говно. У меня сегодня вот осуществилась такая мечта. Ты рад? Большое спасибо. Ну, да, не собственноручно, но наблюдать за этим было даже, мне кажется, интереснее. А главное, не на своей машине, да? Это самое главное. Самое приятное. Самое приятное, что это не моя проблема. Да. Ну, не, ну как, моя, мы же команда. Давай опять. Как сюда должен заехать эвакуатор? Я не понимаю. Он не заедет сюда. Сюда может проехать только ТРХ, какой-нибудь крузак или еще что-то по типу вот джипа. Ну, и даже если он заедет, как он с машины будет съезжать? То есть, представляешь, тут небольшой перекос, у него центр тяжести есть, когда погрузит гелик. Может, надо его оставить здесь просохнуть? Ну, или, Женя... нельзя долго его оставлять без Жени? Женя сказал вытащить его и масляный щуп достать, посмотреть. Если в масле вода есть, то не надо его заводить. Окей. Если нет, то, может быть, и можно завести. Но там, типа, воздушные фильтры находятся в районе фар. А да, правая фара как раз, она под водой. И поэтому, если в правый воздушный фильтр залилась вода, то все. Так делается контент. С
За это время мы вызвали эвакуатор, и что более важно, ко мне на помощь спешат ребята из Дубровского синдиката со своей легендарной газелью на 300 сил. Объяснить этот факт действительно невозможно. Ну, пока наши ребята, помогатели синдиката, едут, мы решили развести костер, сделать шашлычок. Ну и вообще на хорошую гелик в нейтраль перевести, потому что на паркинге стоит. А, то есть я должна опереться. Вот, кстати, надела специальные перчатки. Это специальные перчатки для того, чтобы лазить в грязи. Для того, чтобы переводить Гелендваген в режим паркинг. Красиво. Точнее, в режим нейтраль. Опа! Опа! Контент! Контент подъехал! Там шорты, еще раз повторяю. All right. Подожди, я реально зачиняю. Смотри мне в глаза, все нормально. Не дергай руку. Раз, у два. Меня там раз, браслеты, раз, понимаешь? Раз, подожди, хорошо. Мне кажется, он не выдержит. У него реально рука как жидкая. Знаешь, как коты проходят везде, вот такая же рука у Мишани. Во, аккуратно. О, что-то работает. Ну да, какая-то бортовая сеть есть. Там вода. Зато можно будет здраво и по справедливости убирать салон отсюда, потому что он будет, ну, уже не камильфо. Просто посмотрите. Жесть. Интересно, в багажнике то же самое? Ну что, я его переставляю в нейтраль. Все. Ну да, почему не должно получиться было? Она могла заклинить спокойно. Ну, пока угли у нас приводятся в нормальную кондицию для того, чтобы пожарить на них сосиски, и мы ждем ребят, я хочу посмотреть и показать вам, что скрывается дальше, если бы мы проехали эту лужу и выехали бы вот на этот пит-стоп. Пойдемте посмотрим. Слушай, да здесь изи пройти. А, хотя здесь колея узкая, видишь? Здесь на квадриках ездят, прям видно. Синдикат сказал, что спешит на помощь, они сейчас приедут. Охренеть, какая лужа длинная. Вот здесь, если та лужа, она по размеру как 3 гелика, то эта лужа по размеру как нафиг касатка. Просто посмотри, насколько она огромная. Она очень большая. Мои знакомые ездили сюда на гелике 4x4, и они проехали буквально 3 лужи, задолбались и развернулись обратно, потому что невозможно здесь, просто невозможно. На каком виде транспорта, как вы думаете, напишите в комментариях, можно это все проехать. А как здесь пройти? Ну смотри, есть, как я поняла, два пути. Для тех, кто вообще отчаянный, и для тех, кто, у кого есть что-то с мозгами еще. Ребят, если вы хотите, чтобы мы нашли технику, которая готова преодолеть вот такие вот препятствия, такое бездорожье, поставьте лайк, мы ее найдем и замесим грязь по полной программе. Обещаем. Так, ладно, мы готовим сосиски. Вот готовы наши шпаги. Парни, держите. Thank you. Видите, какая молодец? Я знаю свое место. На кухне. Не за рулем гелика, походу. Нам сейчас спешит на помощь синдикат Ваня Зайцев на газели 300 сил Вадима, который у нас тоже из синдиката. И, короче, такое сейчас будет месиво, потому что я ни разу не видела эту газель, но она уже всеми возлюбленная и излюбленная, и она должна достать мой гелик, но все-таки 300 сил. Как мы вот это засунем вот в это? Первая вся в пупсе вообще, вообще без шансов. Это что такое? Это что за булка такая есть? Что у вас случилось? У вас такая буханка прям. Это не буханка, это козель. Ну, выглядит прикольно. Как вас угораздило? Все очень просто. Как ты думаешь, сколько мы проехали на оффроуде? Вот буквально там по времени. Слушай, судя по фото, я думаю, ну, типа, метров 50. 10. 10 метров. И я говорю себе, будет смешно, если я засяду в этой луже, и мы дальше не проедем. А мы здесь, мы сюда приехали в 3 часа дня, сейчас уже 8, и типа мы засели, просто в глухую засели. Я включила пониженную передачу, все как полагается, включила все кнопки дифференциала. И просто он берет и садится. Почему гелик? Почему гелик? Это моя самая любимая, самая моя любимая машина. А помнишь, я когда встретилась с тобой, я смотрела гелик себе, ну вот. Ну, я бы, наверное, его не покупал. Короче, тут два варианта. Либо мы, типа, зацепим сразу, оп,
тачка выйдет или же придется повозиться. Тут еще приколдес в том, что, ну, как бы гелик старый и ржавчина. Ржавчина очень атакует, мощная. Да? Там оторвется все. Да, попробуйте. Да, они не ржавеют. Стой, вы готовы к тому, если что-то там оторвется? Все окей. Что тянем? Все окей. Здесь не глубоко, да? Ты что, прыгнуть хочешь, что ли? Блин, почему мне так жалко гелик? У меня такой же гелик. Я на нем какой знаешь, там офроуд? Я чисто вот на моечку, на трассу, там куда-то покататься. Так... Вот так. Когда она приезжала, даже она здесь завязывалась вообще. В смысле даже она? Это, для меня это газель, она не может ездить по оффроуду, она может ездить по МКАДу со скоростью 8 км в час и стопорить всех. Вот это такая газель. Вадим, но у тебя прикольная газель, она выглядит очень высокой. Эпатажно, да. Причем, когда они ехали, я думал, что их остановят за 12.51 за лепетку, но по факту она съемная, и поэтому так можно кататься. Just think about it. Вот и мои эти прибыли. Сапожки, мы услышали звук. Вот это стиль! Они просто выше меня! Да? Ты просто в них утонешь. Нет, нет, они утонут в своих этих, а я буду, я могу хоть даже на день рождения Джарахова потом пойти. Я в шоке. Блин, это просто жесть. Ребята, ваши резиновые сапоги просто ничто по сравнению с этим. Походу, да. Как там это называется? Вейдерсы? Короче, да, могу потом выпустить. Это выглядит так, как будто бы просто три человека сейчас, знаешь, фотосессию будут делать, потому что все это бесполезно, там жесть. Не, это полезно. Не, мне кажется, не... Ну, только если я, не знаю, споткнусь, и потом просто лицом упаду туда, и все. Я чувствую себя ребенком, который просто в лужу, знаете, залез такой, счастливый. Аккуратно, да. Смотри, там вот тут уже глубоко. Стой, аккуратно. Тебя будут засасывать. Ну, меня уже засасывает так. Вау, а здесь очень жесткий переход, ребят, вы здесь не сможете. Мне просто показалось, что меня кто-то схватил за ногу здесь. Держись, держись, давай. Я просто уверенно держусь прям. Нормально. Че, Рус? Блин, посмотри, я не могу. Я не могу вылезти, подожди. Реально засасывает, реально жесть, слышишь? Блин, меня туда прям этот подгилек стягивает. Подожди. Да-да-да. Все. Походу, бревно не просто так здесь плавает, чтобы за него хвататься. Жесть! О, ну, что, там так вода залилась, да, просто да. Жесть. Там прям вода внутри. Я просто застегнулась. Да я покачусь. Подожди. У меня просто нога вылезла из сапога. Да-да. Давай, с Богом. Пошел, нет? По какой пошел? Газель идет вниз. Так, и что в таком случае будем делать? Никто не ожидал такого поворота. То есть мы думали, что мы просто зацепим газель за этот самый и просто вытащим автомобиль. Но по факту... Ты понимаешь, я вступаю туда, и у меня ногу просто как будто это зыбучий песок, как будто мне хватает кто-то за ногу, и я не могу вытащить. А эта махина 2.5 тонны весит, понимаешь? Жесть! 2.5 тонны, плюс туда залило воды, и представь себе общую массу залитой воды в автомобиль, плюс вес самой машины, плюс сопротивление песка, который там есть. Плюс сопротивление воды, когда он будет вытаскиваться оттуда. Там песок, он в нем застрял. Офигеть, он идет, он идет! Колеса в какую сторону? Прямо, прямо. Прямо, сейчас прямо. Так? Да. Он идет, он идет! Жесть, реально парков! Он прямо это пойдет. Посмотри, как интересно работает подвеска, что он кузов как будто отошел, а колеса стоят ровно. Прикол. Моя геля. Просто жесть. Это просто какао, ничего более. Как с молоком. Друзья, предлагаю вам насладиться этой мелодией.
Смотри, он идеально. Он идеально сухой. Да, даже, где не нужно. Даже масло трансмиссионное. Целости и сохранности. Ангелина, там, где мозги, он мокрый. А тут то, что сухой, ничего. Короче, этому не стоит радоваться, да? Ну, вообще не стоит радоваться, потому что мыть не надо. Короче, Вадим, сори, но мы, походу, перегрели твою малышку. Там что-то говорили про антифриз. Походу, ей нужно немного остыть. А у нас нет времени, уже темнеет, нужно ехать обратно. А мне самое главное Дима говорит с утра. Да что вы на 3 часа съедете туда-обратно, и все, вернешься, все будет окей. О, слышишь? Что это такое? Это кипит антифриз. Звук кипения. Да? Да. Лопнул где-то шланг, просто антифриз вытек. А, вытек вообще? Да, там он антифриз у них побежал. А как тогда? А, то есть она здесь просто осталась? Ну, то есть ее нельзя запускать? Где-то потекло. По факту тачка чуть-чуть не выдержала. Блин, мне даже как-то стыдно перед Вадимом, что машина поехала спасать мою и в итоге... Так, какой у нас план? Вон там у нас стоит эвакуатор, он приехал. И нам нужно погрузить тачку на эвакуатор. Да, мы, скорее всего, Эвик поставим здесь, также на лебедке протянем вот эту часть как-нибудь бочком. Правильно ли я понимаю, что если бы не приехала наша тачка, то мы бы здесь так и остались, просто вытащили бы ее из лужи? Ну, в любом случае, эвакуатор нам нужен был, да. Вода есть? Да нет, где сухо. Где что-то где мокренько смотри, там. Где у него? Смотри, воздух набирает вот отсюда. Ну, что там? Здесь? Нет, есть. Вот, вот. Вода есть. Давай не будем. Да вода не, нет. Вы что, гоните? Реально вода? Ну там все в воде. Мои рекомендации 500 прямо сейчас. Не, братан. Тогда свой 5,5 гони мне. Давай с тобой на движок забьемся, тогда нет, можно заводить. Потом сами запустить. Да, вот так я съездила на оффроуд в первый раз, но первый, блин, комом. Короче, я думаю, вам понравилось, поэтому ставьте лайк. Синдикату запомнить тоже ставьте лайк, обязательно пишите комментарий, подписывайтесь на канал. И сейчас Подбитый воин поедет в сервис, и будет для вас бонус. Женя разберет, что с ним в техническом плане. Пока. Что ж, друзья, следующий день, Евгений и отбуксированный Гелендваген. Идем смотреть. Не выдержал немец российских дорог. Как тебе в целом внешнее состояние? Теперь можно сказать утопленник. Везде ил. Может быть, даже и повезло. Ну, вот эта вот часть. Вот больше. Здесь вот, да, есть след грязи. Есть след? Ну, вот, есть следы, видишь? От воды якобы как. Да. Ух ты! Это что такое? А это что-то где-то залило электрику, видишь, она сама по себе в генераторе, вон, видишь? Он отсюда снимает там листвы, ветки или что там. Короче, мотор лежал половину в воде. Ну, да. Вот. А где все? Нам еще ребята говорили, что, как бы, получается, справа вся электрика. Помнишь, вся электрика вот здесь, да. Внутри. Ну, в принципе, воды нет. Я думаю, то, что заведется. Ну что, попробуем? Твои ставки. 55%, что заведется. Что с приборкой? Нет. Не реагирует на стартер. Не реагирует на пуск. Залило стартер? Либо стартер, либо проводка. Вариант у масса. Потому что он даже никак не возбуждается. Ну, ситуация, не сказать критичная, но печальная. Будем думать, делать. Ну, для начала пробовать завести.
А там дальше будем смотреть, что с ним.